Более сотни человек собрались в спортивном зале Мигетской школы. Жители поселка возмущены низким качеством медицинских услуг и, в частности, работой скорой помощи. Конфликт разгорелся на прошлой неделе, когда, не дождавшись врачебной бригады, в Мигете скончалась Ольга Трескина. Мигетчане уверены, что если бы в поселке действовал круглосуточный фельдшерский пост, женщина была бы жива. Это очень удобно, когда бригада находится на месте, и в любое время вы имеете возможность обратиться туда с любыми проблемами по состоянию здоровья. Да, это так, но вы прекрасно должны понимать, что бригада одна, и отвлекать ее на какую-то несвойственную для скорой помощи работы не стоит. Это вы должны уяснить все четко и ясно, что скорая помощь существует для того, чтобы оказывать помощь при угрожающих жизни состояниях. Рациональный подход, разумеется, дело хорошее. Только вот у жителей Мигета есть подозрение, что к несвойственным ситуациям был отнесенный вызов к умирающей Ольге Трескиной. Кто же не останавливал ее, что она запой напила 2 года? Обвинение умершей женщины в алкоголизме мигетчане восприняли как личное оскорбление. У Ольги Трескиной осталась мама и маленькая дочь. Эта трагедия сдетонировала волну недовольства, которая копилась уже долгое время. Вы сидите на рельхах, почему вы с собой никак не взаимодействуете? Почему вы должны собирать такие собрания, писать петиции, писать всякие претензии, писать недовольство, жалобы, чтобы нас слышали? Вы нас оставляете какие-то алкоголики, которые только пьют здесь, больше ничего мы здесь не делаем. Мы умираем в ваших больницах просто так, потому что нам больше умеет нечего. Вопросов к медикам в этот вечер было в избытке. Как выяснилось, нарекания у людей есть и к новой поликлинике. Педиатрическая служба ютится в тесных помещениях. А чтобы сдать кровь, мигетских детей приходится возить в Ангарск. Входы должны быть разные на самом деле. С левого торца должны заходить дети, так планировалось во всяком случае. 3 кабинета у детской поликлиники. Забор крови должен быть здесь. И рентген детям 14 лет, то есть подросткам, должен делаться здесь. Физиопроцедуры, вакцинация и так далее. Врачебную амбулаторию обязали предоставить для педиатров лучшие условия работы. График приема с 1 ноября будет продлен до 7 часов вечера. Что касается фельдшерского поста, то главврач БСМП до 25 октября должен закрыть вопрос и обеспечить круглосуточный режим работы. Сегодня жесткая ответственность на всех главных врачах. Вы зря так говорите, что министр за все. Конечно, за всю область отвечает министр, но он полномочия передает главным врачам. Они обязаны отвечать за организацию медицинской помощи, за доступность, за качественное оказание медицинской помощи. И то, что главный врач не просчитывает риски, отказаться от помещения легче всего. Так а почему не просчитали? Почему не обратились вовремя в администрацию? Почему не поискали помещение, которое можно заменить сегодня? Жители Мигета вряд ли забудут о данных им обещаниях. Наступит ли положительные изменения в поселке, проверят и наши корреспонденты. Александр Бычков, Дмитрий Швецов. Местное время.